Докажите, что если две дуги окружности равны, то равны и хорды, их стягивающие. Для начала сделаем рисунок, запишем дано. Дуга АКБ равна дуге CTD. Доказать, что хорда АБ равна хорде CD. Сделаем дополнительное построение. Проведем АО, БО, СО и ОД. Для начала рассмотрим угол АОБ. Угол АОБ равен дуге АКБ. Угол АОБ – это центральный угол, и его градусная мера будет равняться градусной мере дуги, на которую он опирается. Угол СОД – также центральный угол, и он будет равен градусной мере дуги, на которую он опирается – дуги СТД. Тогда из этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод, что угол АОБ равен углу СОД. Так как правые части наших равенств равны, следовательно, будут равны и левые. АО равняется БО, равняется СО, и все это равняется ДО, так как это радиус окружности. Из этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод, что треугольник АОБ равен треугольнику СОД по первому признаку. Если две стороны и угол между ними одного треугольника, соответственно, равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны. А раз треугольники равны, отсюда следует, что соответствующие элементы будут также равны. Тогда хорда АБ будет равняться хорде CD, что и требовалось доказать. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.